Я хочу тебя поздравить, да, ты два чемпионата подряд фехтуешь на центральной дорожке, это хороший результат. В финале сначала бой складывался на равных, да, потом ушел в полуфинале, потом ушел вперед, да, американский. Откровенно, бой не сложился, но, знаете, это другие соревнования. Сравнивать с прошлым чемпионатом, наверное, некорректно будет, вот. А я рад этому результату, на самом деле, это такая бронза таким золотым отливом, скажем так. У тебя первый полноценный сезон после травмы, да? Как ты его провел? Как себя чувствовал? Да, знаете, да, было три операции, вот, потом восстановление, вот, еще год назад я, можно так сказать, учился ходить, вот, а сейчас я очень счастлив стоять здесь и принимать поздравления. Я надеюсь, что этот старт, он пойдет, так сказать, мне в зачет и придаст мне уверенности на следующий год. Вот. Так. Перед чемпионатом чувствовал, что способен на такой результат? Знаете, ну, у нас подготовка серьезная. Конечно, хочется медали, но, наверное, нет все-таки. Наверное... На каждый отдельный бой настраивался, выходил, фехтовал. Какой с китайским спортсменом Ма. А ты там в одном эпизоде получил травму, сейчас нормально себя чувствуешь, ничего серьезного? Да, это такая застарелая травма, вот. Полтора месяца назад я получил травму, вот, долго она заживает, никак не может зажить до конца, вот, иногда она меня беспокоит, но будем готовиться, конечно, приоритет команда. Спасибо тебе большое, поздравляю еще раз, удачи тебе в команде.